расскажу вам, что сходила, купила в магазине. Ходила только в Пятерочку. Такое на ужин взяла и к чаю все закончилось. Значит, батон оскольский. Ну, это серый такой хлебушек, вкусный. Наша пекарня смоленская непосредственно печет. На ужин взяла вот такие купаты. Вкусные, нам нравится, иногда беру, жарю. Кабачки тоже с чесночком хочу пожарить, порезать. Ну, на ужин один. Два нам слишком много с мужем. Яблоки, немножко нектаринов. Так, перец болгарский, розовые помидоры и два огурчика. Это тоже на салат. Взяла совсем чуть-чуть, потому что рядом рынок практически у меня во дворе. И как бы на днях пойду покупать и перец, и помидоры, чтобы заготавливать заморозку на зиму. А это чисто так, на салат покушать. Два розовых помидора, огурчик. К чаю у нас совершенно все с мужем позаканчивалось. Взяла таких конфеток чуть-чуть. Там три медведя, по-моему, да, они называются? Господи, уже забыла. Маска. Темная ночь. Взяла попробовать. Что-то как-то проходила мимо. Сегодня решила взять печенье вот такие. Это любимые вафли мужа. Ему к чаю. Так, дальше что? На перекус, на работу ему беру. Ну, к сожалению, были только вот такой. Такого, вот с таким вкусом, вернее. Такие вот батончики всегда ему беру. Он берет на работу. Я ему кладу. И на работе он с ними пьет чай в обед. Ну, или не обед, там, когда там захочет перекусить, чтобы сахар не падал. Было 9 штук. Вот последние 9 штук таких забрала. Чай наш любимый с мужем беру вот такой. И пачка печенья тоже Мария Любятова. У меня есть отварная картошка, тушеная капуста. И вот к ним я просто пожарю купаты. Ну и салат сделаем. Вот такой ужин будет сегодня. Ну, вот такая закупка у меня. Она составила по чеку практически 2000. Ну и хватит нам теперь и к чаю этого всего. Практически все на месяц нам достаточно. Вот так. Все, буду все убирать, мыть фрукты, пить чай. А потом буду уже попозже готовить ужин. Время у нас еще пока только 3 часа. А готовить я буду где-то около 5. Открыла такие печенья, решила чай попить. Чайник греется. Да, у нас сломался электрический чайник, я его выкинула, теперь надо будет купить. Но мы все равно сначала греем воду в таком чайнике, в смысле кипячу я в таком чайнике воду, а потом уже переливаю в электрочайник и грею в нем. В общем, чайник сломался, пользуемся пока вот этим чайником. Ничего страшного, на днях пойду схожу куплю. Просто очень много дел накопилось и надо за все браться. Все делать, и цветы надо в порядок привести. У меня тут одна герань, вот я покупала, уже отцвел цветочек. Надо будет купить горшок, зайти в фикс прайс, пересадить. Сегодня вечером поеду приводить руки в порядок, тоже надо. Ой, потом заниматься, завтра пойду за овощами. У нас тут рынок, ну, практически у меня во дворе. Куплю овощи, перец болгарский, помидоры, морковь. Буду заниматься заморозкой на зиму овощей, потому что надо уже делать овощи уже дешевле не буду, чем они есть. Поэтому надо завтра. Мужа провожу на работу и где-то часов в 10:30 схожу на рыночек, все принесу потихоньку, буду заниматься. Чем я люблю лето? Это потому что очень рано встает солнышко, на улице светло, и мне легче вставать утром. И, естественно, садиться очень поздно. На улице светло. Сейчас уже все. Сейчас уже и 8 часов, и на улице уже темно вечером. Ну, утром еще пока еще светло, но все равно. Все ближе и ближе то время, когда будет темно вставать, темно ложиться. Thank you.
очередную мою заготовку на зиму. Это тертые помидоры, без ничего, без приправ, специй и соли. Просто то перетираю их и потом складываю вот в такие вот формочки. Зимой очень удобно добавлять во вторые, в первые блюда, даже вместо томатной пасты или вместе с томатом, ну кому как нравится. Я вместо томатной пасты добавляю просто перетертые свежие помидоры. Ну вот, что у меня получилось. Здесь у меня где-то 2 килограмма помидоров было. И вот такой остаточек. Завтра пойду еще куплю. И еще буду делать, потому что, естественно, это очень мало. Зима длинная. Спросят, где лето были. Помидоры сейчас у нас на рынке для консервации. Меленькие такие стоят 60 рублей, как я покупала. А крупные, ну такие побольше, сливовидные, 80 рублей. Есть, конечно, и по 120. Но они такие уже более так покушать, просто на салат поесть. Фух, еще буду брать помидоры, еще буду брать перец и морковь, чтобы еще пошинковать и заморозить, потому что тоже еще очень мало сделала. Ну вот, а на сегодня пока все. Еще добавлю. Заказывала я эти формочки на Валберес. Там есть разных размеров емкости. Так что смотрите, будьте внимательны. Есть очень маленький для соусов. Вот, не ошибитесь. Ну, в общем, это все удобно. Кто, может быть, уже занимается и пользуется такими вещами, будет со мной согласен в этом вопросе. Что вот именно такие формочки очень удобно для чего-то хранить в заморозке.